Я же делаю подъемные ворота, я не мог пройти мимо подъемного мангала. То есть это должно было случиться. Вот такая вещица. Шикарно. Итак, переворотный мангал. Тест. Разжигаем. Сейчас посмотрим, как это все работает. Покажу вам в процессе. Пока добываем огонь. Дрова вишневые. Должно быть вкусно. Ну, огонь уже появился, это отлично. Хорошо, в процессе буду снимать и показывать. Так, вот так эта штука работает. Раз, перебросилась. Раз, сбоку снимаю. Оп. Вот таким образом. Прикольный мангал. Сейчас будем загружать уже. Так, загрузил вот мясо, грибы, перцы, кабачки. Поднимаем немножко жаровню, чтобы жар был поближе. О, я думаю, что так будет суперово. Видите, за счет вот этих тяг, вот оно, опускается, поднимается. О, вот так хорошо. Так, уже один раз перевернул, сейчас вот покажу еще раз. Так, вот она, раз. Перевернули. Ну, пока эту сторону делаем, потому что я только ее перевернул. Так, во. Вот уже все готово. Снимаем грибочки. Все дела. Опа. Ну. Так. Есть. Так, ну вот результаты. Опа. Теперь вторая порция. Покажи хоть результаты. Ну, результат вот. Отлично. Сколько он весит? Ну, немножко тяжеловат, конечно, в руках носить. Ну, понятно, не для ручной переноски. Да, но колесики как бы сделал. Перевозки вот очень удобно. Да, куда надо, во дворе можно перевезти. То есть это, конечно, стационарный вариант во двор. С собой на природу можно обойтись. Ну почему? Вообще понты на природу. Не бегаешь, не наклоняешься, мне так костер. Ну, если ей машина позволяет, ну, то. Ну, такая штуковина. Все, это можно поднимать, жар получается, опускать. Да, выше, ниже, ага. Вот это круто. И не надо никаких кирпичиков тебе. Ну. Идея не моя, конечно, но видел этого одного египтянина в интернете. Очень мне понравилось, решил повторить. Ссылочку оставлю в описании. Ну, реализация классная. Класс. Супер. И сколько, такое сделать дней? Да не, оно это делается за дня два. Два дня и готов, короче. Супер. Ну все. Наш шашлык. Всегда перед тем, как что-то делать, я делаю компьютерную модель. Вот так и в этом случае была построена вот такая моделька этого мангала. Модель рабочая, то есть если мы нажимаем вот на ручку, перекидывается сетка, соответственно, вот раз, и в обратную сторону, хоп, вот лоточек выдвигается, задвигается, и жаровня опускается вверх вниз. Вот такая штука. Чертежи я выставлю, ссылочку под видео, так что можете загружать, изготавливать самостоятельно. Всем удачи, хороших шашлыков, хорошего отдыха. Пока.